С начала этого года 952 семьи воспользовались региональным материнским капиталом. Такую информацию привели в Республиканском министерстве труда и социальной защиты населения. Региональный материнский капитал полагается семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. Он составляет 100 тысяч рублей. В этом году в Чувашии мат-капитал уже выплатили на сумму более 64 миллионов рублей. Всего региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включает в себя 38 видов различных выплат, пособий и компенсаций. Распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении 3 лет со дня рождения или усыновления ребенка. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получения образования ребенком и приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. Документы принимают в отделах социальной защиты населения Минтруда Чувашии по месту регистрации.